Сегодня последний день нашей службы. Завтра отдам Галсану пастуший кнут, и станем мы с тобой вольными птицами. Кончился срок моей службы, Галсан. Ухожу от тебя. Вот тебе твой кнут. Я заработал у тебя 16 монет. Волк и коршун всегда глядят в сторону. А условие есть условие. Что ж, я приготовил тебе твои 16 серебряных монет. Вот они. Постой, постой, постой. Не торопись. Ты забыл, что месяц тому назад у меня рыжая кобыла охранела. Кобыла зашибла себе ногу, когда ты сам объезжал на ней стада, Галсан. Платить надо. За то, что кобыла охранела, я возьму с тебя одну, две, только 5 серебряных монет. А тебе, боец, останется 11. Постой, 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 постой. Не торопись. Ты еще забыл, что сломал мне в прошлом году мой кнут. Но ведь я сломал кнут о хребет волка. А он напал на твои стада, Галсан. А ты почему знаешь, что собирался сделать волк? Он что, нашел бы назад? Так эти 5 маленьких монет. Ну ничего, Баир, у тебя ведь еще останется 6 монет. А халат? Ты забыл, Галсан, что он не сумел сохранить халат, который ты ему дал? Он носит его 3 года, а на нем 33 дыры. Жена права. За изодранный халат я возьму с тебя только... Спасите!
и бросить в холодную степь! Я знаю тебя, Баир, знаю твое доброе, отважное сердце. За то, что ты спас мне жизнь, я приведу тебя к черным скалам. Там хранится драгоценный клад. Он поможет тебе, Баир. Отважный Баир, трем черным скалам. Но знай, Баир, злые силы охраняют волшебный клад. Берегись, Баир. Там пусто. Умный сундук. Хороший сундук. Если волшебный сундук попадет в руки богачей, горе тебе, Баир, и всем беднякам.
куда путь держишь? Иду к богачу Галсану. Я взял у него взаймы только две монеты, а вынужден отдать последнюю козу. А я помогу тебе. Отвернись. Прощай, Церен, скажи всем беднякам, пусть придут в мою юрту. Плакали от нужды и голода, а теперь они поют и пляшут. И это все Паир. Это он раздает монеты, одежду и скот направо и налево. Молчи, глупые овца! К нам стучится беда, а ты жалишь меня, как овод. Пойду к Баиру. Узнаю, откуда у него такое богатство. Но суду нужны доказательства. Вот они, мои доказательства. Я подчиняюсь только голосу справедливости. Приготовь мне священные шары, Ухтыр-Арбая. О, священные шары, Ухтыр-Арбая! Если пастух Баир сказал неправду, то, о, священные шары, Ухтыр-Арбай, станьте величиной с голову буйвола!
Установлено, что пустой сундук принадлежит купцу Галсану. Пастуха же Баира за то, что он солгал перед священными шарами Ухтир, Арбая, Стерзани. И бросить на съеденье волка. Так вот почему ты не пускаешь меня в юрт. Приползла! Приползла, как змея! Это мой Галсан! Нет, это мой Галсан! Нет, это мой Галсан! Что такое? Ты кто? Я Галсан! Я Галсан! Нет, я! Я Галсан! Да я настоящий Галсан! Интересно, зачем это понадобился купцу Галсану? Пустой сундук, а? Я Галсан! Я знаю, Баир, что волшебный сундук в руках злого богача Галсана. Но если ты скажешь перед восходом солнца три раза волшебное слово «Ашар-кары», сундук исчезнет. Жестоких судей. А я совсем и не Галсан. Я не судья, это он судья. Ашар-кары. 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 Нет больше злых галсанов, нет больше жестоких судей.